О чудесах применения газированной воды наверняка слышал каждый из вас. Если добавить немного пузырящейся жидкости в тесто для выпечки, то кексы или блины получаются просто на загляденье. Но мы хотим предложить вам еще пару вариантов, как применить любимую содовую. Если положить в чашу любимую фотографию, залить газировкой и подождать 20 минут, то вы получите фото необычного качества, которое можно закрепить в рамку и подарить любимому человеку. От такой процедуры получается эффект старения, и все будут думать, что фото сделано в прошлом веке. Если на завтрак вы предпочитаете яичницу с беконом, попробуйте ненадолго залить кусочки мяса газировкой, а потом обжарить. Ваши домочадцы будут долго гадать, как же у вас получился такой вкусный карамелизированный хрустящий бекон. Кстати, если заморозить газированный напиток в формочках для льда и при случае добавлять в какой-либо напиток, вы получите не только охлажденную жидкость, но еще и необычный вкус от смешения.